Ребята, всем привет! Недавно я сделал раскраску под названием «Мир животных Казахстана». Выглядит она вот так, в черно-белом формате, так как принтер не печатает цветные фотографии. Внутри всего 18 животных. Также я оставлю их фотографии, если вы захотите распечатать и раскрасить. Первым в моей раскраске идет степной волк. После степного волка у меня идет лунь. После луня у меня идет каспийская нерпа. После каспийской нерпы у меня идет джейран. После джейрана идет всем нам известный каракал. После каракала идет беркут. После беркута у меня идет тяньшанский медведь. После тяньшанского медведя у меня идет горный козел. После горного козла у меня идет ушастый еж. После ушастого ежа у меня идет сизоворонка. После сизоворонки у меня идет муфлон. После муфлона у меня идет сурок менсбира. После сурка менсбира у меня идет сайгак. После сайгака идет манул. После манула идет дорофа. После дорофы у меня идет маринка. После маринки у меня идет заяц талай. После зайца талая у меня идет заключительное животное, и это кулан. Вот такая раскраска у меня вышла. Кому понравилось, ставьте лайк, а также распечатывайте фотографии, которые я вставил в видео, и раскрашивайте их. Всем пока, спасибо, что досмотрели это видео до конца.